Йокушин с каратэ. Такие книги должны быть у каждого спортсмена. Это должна быть настольная книга, это будет подарочный вариант. Я вас убедительно прошу, и этим мы и федерацию поддерживаем, приобрести у Андрея Петровича эти книги. Он вам все расскажет, все покажет. А нашего дорогого и уважаемого всех, кто покорившего сегодня спецназовца, мы поздравляем с Новым годом, дарим ему от федерации настольную книгу и желаем ему новых побед. Так, а сейчас просят слово